Всем привет, с вами Лев, это новое видео спустя 3 месяца. Да, немножечко я как бы запоздал с новым видео, ну да ладно. В принципе, на это были свои причины, а именно то, что я уезжал в Россию на 1,5 месяца, а потом еще, блин, переезд, и, короче, было не до этого, да. Ну и, в принципе, сегодня мы пройдем паркур-карту, и давайте будем сразу же начинать. У нее даже есть свой текстур-пак, да, в принципе, вот он. Да, вот ресурсы игрового мира, да, отлично. В принципе, информация. Так, стоп. А русский язык есть, нифига себе. Это на английском и на русском сразу. Спасибо за то, что вы играете на, на моей карте. Карта строилась 2-4 недели, я работал над ней один. Но это не помешало мне выложить ее. На карте 140 уровней, многие из них могут быть тяжелыми. Все это на время, можно играть с друзьями, карта без багов. Ну, он их не нашел. Короче, окей. Рулис, я забыл, что это такое. Так, чанки 7-64, яркость 50-100. Игроки 1-6. Креатив нельзя использовать, удачные игры. В принципе, спасибо. Спасибо, чанки. Ну, чанки у меня можно 10 поставить. Почему бы и нет? В принципе, вот такая вот красивая... Хера себе. Вот это было сейчас неожиданно. Я думал... Так, меня, надеюсь, как бы никакого авторского права не будет, да, на эту музыку. Хотя, в принципе, я монетизации никакой не получаю, поэтому мне как бы похеру должно быть. Так, ну, нам показывают, в принципе, вот столько просто охеительных комнат. На самом деле, я когда, ну, скачивал карту, я посчитал, что их 132 уровня, а не 140. Ну да ладно, может быть, здесь есть какие-то бонусные. Оп! Все, мы начинаем. Так, у нас есть какая-то еда. И началось уже время, отлично. Короче, музыку выключить я не могу. Вот, пожалуйста, музыкальные блоки. Я сейчас даже сделаю вот так. Я открою их для сети, чтобы все было как бы честно. Да, честно. Это не точно. Или точно. Так, это у нас, короче, паркур карта. Я думаю, вы это и так поняли. Окей, в принципе, я надеюсь, меня правда за эту музыку, блин, мне это самое, ничего не сделают. Так, и давайте искать выход отсюда. И выход, наверное, здесь. Нет, выхода здесь нет. Так, это очень странно. Так. О, кнопка. О, лед сломался. Отлично. Все, новый уровень. Прекрасно. Так, давай. Оп. Так, все, есть. И что дальше? Ага, дальше сюда. Опа, есть. И у нас новая комната. Неплохо. Это очень маленький, видите, паркур. Ну, как бы уровней здесь очень-очень много, поэтому... Я думаю, что будет все равно интересно. Так, и старые добрые вот эти лесенки, которые по кругу. Так, опа. Я на них уже за многие годы научился, как видите. Ну, так, нашел. Есть! О, какая комната четкая. Очень красиво, реально. Мне прям нравится. Прям 1.17. Прям вот такое, прям, да? Прям вот что-то вот такое, прям, да. В принципе, круто. И надеюсь, что больше музыки не будет, потому что я не хочу себе проблем, да. Ну и на самом деле, я как бы хотел свою музыку вставлять, а не как бы музыку, которую нельзя отключить. А совсем звуки Майнкрафта я выключать не хочу. Да, потому что, в принципе, это будет немножечко, наверное, не то. Так. Так. И куда дальше? Мне на самом деле... Ага, подождите, я понял. Блин, я понял, мне это не нравится, если честно. Так, опа, есть. Нет, это было просто. Так, и теперь вот это уже сложно на самом деле. Надеево, и еще успеть это за время сделать. Вот это мне не очень на самом деле нравится. Но выбора особо и нету. Так, оп, есть. Нет, я, конечно, красавчик, то, что я так круто, смотрите, паркую. Есть. Так, чекпоинт, даже чекпоинты здесь есть. Так, вот это я немножечко не понял. А, все, я догадался. Надо, видимо, отсюда уже прыгать вот сюда и прыгать на редстоун блок, потому что вот здесь у нас барьер. Отлично. Так, блин, вот это была моя ошибка. Я опять неправильно прыгнул, отлично. Отлично, вообще прекрасно, да. Окей. Опа. Так, блин, чуть-чуть не хватило. Да блин, слайм, редстоун, блин, что не получается. Медь, железо, алмазы, незеид, золото, слайм, редстоун, блин, не хочет. Вот не хочет, блин, чтобы я на него запрыгнул, у меня не получается. Ладно, давайте еще раз.
Так, окей. Я, честно, не очень понимаю. Я, кажется, понял, в чем проблема. А, ну конечно, прекрасно вообще. Прекрасно, я, блин, на редстоун пытался все это время прыгнуть. Но, как оказалось, это, блин, подстава была. Так, а теперь, видимо, мне надо... Раз, два и четыре. Раз. Два. Да! Давай, есть. Красиво, четко, жестко. Тихо, 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 помягче. Так, а сейчас вот я не люблю прыгать с лестниц. Это вообще моя, блин, вечная проблема. Давай! Короче, что я хотел бы сейчас бы рассказать. У меня за вот это время, да, я решил, короче, мигрировать, чтобы потом не было бы проблем у меня никаких. И сейчас у меня есть вот такой вот крутой плащ. Блин, мне кажется, это видео на часа два получится, вот честное слово. Потому что я не собираюсь, конечно, за одно видео 140 уровней проходить. Хотя бы, я не знаю, хотя бы четверть, блин, для начала. Но, блин, это, по-моему, какой-то четвертый уровень только. И я, блин, не могу его пройти. Это, на самом деле, ну, как-то не очень круто. Но... Да, есть, все прошел, окей, грибы. Окей, будем вспоминать старое доброе. Ну, как бы, смотря в каком смысле, но я в том плане то, что старые версии Майнкрафта, когда их добавили, только я не знаю, когда их добавили. Да что ты, черт побери, такое несешь? Так, оп, ну вот это уже намного проще, а я могу сейчас, а нет, не могу. Думал, сейчас на любой уровень возьму и забегу, и все. Блин. Давай, есть. А, все, поех. Не дадут мне. Так, вот это уже интересно. Это что такое? Это просто блоки или это... О боже мой, я испугался, если честно. Новые жид-блоки добавили. Смотрите, можно сюда проходить и замерзать. Блин, вот это очень крутое добавление блоков, на самом деле. Очень крутая технология. Прям реально, вот эта карта, она прям дает, прям вот просто понять, что добавили в 1.17. Потому что, если честно, я как-то пока что особо и не понимал, зачем эта версия, если, ну, их взяли, разделили и все. Нет, я пока что ничего не понимаю, что они хотят от меня. А-а-а, по снегу вот таким вот образом подниматься. Потом вот так вот. Потом вот так, 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 так. Потом по лесенкам, оп-оп-оп-оп, и пройти, и попасть в незер. Отлично. Получить чекпоинт. Ой, тут уже урон какой-то. Ну ладно, ладно, это прикольно. Реально, карта очень прикольная, хоть и уровни маленькие, но их много, как я уже говорил. Тихо. Так, вот это уже опасно. Я не хочу умирать от лавы, если честно. А я, походу, умру. Так, так. Блин, еще гай... Нет! Нет! Нет, я опять гаю, это не очень хорошо. Только я не понимаю, зачем я сюда пакую, если, по сути, здесь просто лава. А, там проход, вот в чем дело, все понятно. Ну, как-то... Нет. Стой на месте, все нормально, тушись. Так, давай, опа. Не, ну это было очевидно, что я сгаю, немножко подгаю, ну да ладно. Так, окей, вот это уже что-то у нас, типа, морского обновления пошло, отлично. Так, по тростникам, что? Опа, вот это было красиво, четко, жестко. Опа, и потом, опа, все, и какая-то кнопка. Вы что, прикололись сейчас, что ли? Нихера себе, технологии пошли, блин. Ладно. Ой, блин, вот это я немножечко поспешил. Блин. Блин, я немножечко спешу, я спешу, ребят. Все, кактус нам ничего не сделает. Пускай меня колит, у нас мирная сложность предстоит, поэтому все нормально. Есть! Тихо, не подпрыгивай. Тун! Блин, все отлично, тун! Блин, тун! Все отлично, блин, я, конечно, озвучу вообще прикольно. Так, о, цепи. Ах, блин, тут этот барьер стоял. Так, ничего здесь нету.
Но я, блин, надеялся, что что-то здесь-то будет. Ну, как бы, видите, нету. Окей, окей, по раздатчикам прыгаем, прыгаем и перепрыгиваем. Вообще прекрасно, это просто четко. Блин, я просто замечаю то, что тут почти в каждом просто уровне ты видишь вот эти новые блоки. И ты понимаешь то, что не такое уж и хреновое обновление было, 1.17. Я, кстати, как раз сейчас его стримлю, сейчас я уже понимаю то, что скоро выйдет, совсем прям скоро выйдет новое обновление, 1.18, поэтому, скорее всего, там будет последний стрим по 1.17, а потом я буду что-нибудь новое придумывать. А вот сейчас у меня вопрос. А, все понятно, я что-то уже думаю, что за фигня? Опять, что ли, на бамбуке теперь прыгать? Так, ну тут, естественно, боех, чтобы я не мог сразу паркурить. Так, вот палочка, блин, мне по этим тонким палочкам, блин, прыгать вообще... Не хотелось бы, если честно. Блин, ну жестко, жесткий паркур. Не это самое, не легкий, нифига. Наверное, сюда надо прыгать. Что-то все. Мне кажется, что сюда, блин, надо было. Ну ладно. Тут надо думать. Тихо-тихо, лезь, лист! Блин, я соскользнул с него. С бамбука этого, блин. Ну, потому что, блин, страшная вот эта хрень, блин. Она, блин, стрёмная вообще. Теперь сюда, теперь сюда. Блин, вот я не хочу тебя, ну пожалуйста, ради всего святого, блин. Так, тихо, 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 тихо. Опа, опа. Ой, как стрёмно же, боже, просто до мурашек. А мне туда надо, наверное, или туда? Я просто, честно, я не помню, куда. Да, блин, не хватило чуть-чуть, блин. Капец. Где, где, где? Блин, я ничего не понимаю. Я путаюсь уже здесь, в этих маленьких вот этих палочках. Этих бамбуковых. Но вроде как понемножечку проходится. Но все равно сложно, блин. Это вам не простой паркур, даже вот где просто блоки, там кровати какие-то, блин. Здесь уже, видите, новый Майнкрафт используется. И как бы это уже, как бы, знаете, это уже, ну, реально сложнее. На этих маленьких палочках, блин, прыгать. Это даже не забор. Это еще меньше что-то. Так, а теперь давайте отсюда, или даже отсюда надо. Наверное, отсюда надо. Раз это есть у нас. И вот таким вот образом. И мы прыгаем сюда и сюда. Отлично, просто четко. Я для себя похлопаю просто вообще. Это, кстати, тоже новое. Это неровное стекло, если что. Или это... Ну, вроде это неровное, кстати. Вроде это неровное, если я не ошибаюсь. Вот это, видите? Вот это действительно простой паркур. Смотрите. Вот этого я... Вы не видели этого. Так. Так, так. Так, так. И вот сейчас просто... По-моему, тут нету никакого барьера. По-моему, мне это мерещится, если честно. Смотрите, вот просто... Вот это было сейчас, на самом деле, не смешно нифига. Так. Так. Тихо! Ты что? Это что такое, блин? Это снег! Это новый снег! Меня убивает! Тут новый рыхлый снег, надо внимательно смотреть. Так, мне надо осторожно здесь. Блин, ну что за паркур хардкорный, блин? А-а-а, я понял хитрость, вот эти блоки на них не напрыгнешь. Хотя... Да куда ты? Да чтоб тебя! А что делать тогда, если я проваливаюсь? Вот это обычный, да, блок? То есть надо следить за тем... Да куда ты Куда? Куда ты проваливаешься? С ума сошел, что ли? Куда? Как? Нет, не хочу! Нет, выход, дайте выход, люди. Люди, блин. Да что за хардкорная жесть сегодня сея просто. У меня нету тапочек. Нет, я замерзаю, умираю. Давай, да чтоб тебя. Да что это такое? Ребята, я не могу. Помогите, помогите. Если вы меня слышите. Что делать? Как мне отсюда выбраться теперь? Так, фух, фух. Блин, что за жопа, реально. Нет, ты, конечно, я понимаю, что это, блин, как наказание этот паркур, блин. Потому что столько не снимать, блин, это... Надо, блин, еще постараться. Так, вот. Я туда больше не попрыгну, да. Вот теперь вот сюда. На лед я уже не так боюсь, потому что я понимаю, что это хотя бы не рыхлый снег. И теперь вот так вот. И моя любименькая, в скобочках, лесенка. И теперь вот таким вот образом. И мы попадаем в ад. Как бы это страшно не звучало. И окей. Окей. Где у нас, собственно, паркур? А паркур, по-моему, будет у нас еще более страшным. Это что такое? Я чуть не понял сейчас. Это что было? А, типа... Нет, подождите, я оттуда пришел. А, все, я понял. Типа вот так вот, да? Типа вот такая вот небольшая у нас здесь хитрость.
Но это легкий, это очень легкий пахух. Очень легкий. И у нас опять 1.17. И теперь на этих пиках точеных нам придется сейчас пахуить. Как бы это странно не звучало снова. Ну ладно. 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 Я, конечно, не думал, что мне до такого придется докатиться. Но другого выбора у меня, походу, и нету. Так, смотрите, у них даже есть какая-то своя лесенка. Смотрите. Я могу подняться? Так вы чё? Я типа могу хитрить, смотрите. Это же охренеть. Нет, подождите, я не могу хитрить настолько. Настолько не могу. Но вот здесь я могу вообще полностью подняться. Нет, это прикольно, кстати, сделали. То есть я, по сути, даже если с этой бы штуки падал бы, я бы, вот как сейчас, я могу сейчас взять вот так вот и подняться. То есть это прикольно. Это прикольная механика. Ну ладно, ладно. Опа. И мы попали у нас куда-то в эндермих какой-то. Окей, давайте вот так вот пахуем, получаем какую-то левитацию, тихо, и падаем, молодцы вообще, левитацией я умею пользоваться, это явно так и есть. И теперь у нас осталось вот что, нам осталось вот сюда прыгнуть, и мы попадаем куда-то в темноту. Окей, ткацкий станок, хорошо. Хорошо, я вас понял. Хорошо, да сколько я уже говорю хорошо и отлично, я не знаю. У меня просто сегодня какое-то такое настроение, поэтому мне больше нечего сказать. Блин, очень сложно. Смотрите, ковер как-то... Смотрите, видите разницу, да? То есть я должен отсюда прыгать прямо вот так вот. Опа! И я это сделал красиво просто, да. И что дальше? И дальше вы хотите, чтобы я по лесенке опять гребаной? Давайте лучше эти самые, давайте уже на бамбуке лучше. Потому что там что-то как-то выглядит это более реальным. Так вот беру и типа залазю, и типа все хорошо. Только скажите мне как... А, все понятно. Так, мы сюда, и типа все хорошо. И это вот так вот, и типа вот сюда, и типа вот сюда. И есть. Так, а вот сейчас надо тоже логикой подумать, а все уже понятно. Да, кстати, смотрите, он серый и сразу становится синим, потому что вода капает. Прикольно сделали, прикольно. Прикольные кораллы. Так, опа. Ага, вообще молодец. Круто делаю, да, круто. Тихо. Да куда ты делаешь? Да что это такое, блин? Один блок пропрыгать не могу, блин. Я все понял. Я понял вашу тактику. Я все понял. А! Чтоб тебя. Да! Да чтоб тебя, да что это за блок-то адский? Я, блин, все вот это по стеклышкам даже проходить уже научился. Но, блин, чё у меня не получается вот там пропрыгать? Я вот это понять не могу. Ага. Тут боях, я понял. Я понял, тут не три блока, ребят. Да чтоб тебя! Это было сейчас некрасиво, если честно. Тихо. А тут прыгать все равно не дают. Тут собаки прыгать все равно не дают. Блин, я терпеть такое ненавижу. Я просто не могу это терпеть. Да! Ой, капец, я уже верил в то, что я сейчас не смогу это сделать. Просто вот честно, я думал, что я не смогу, но я смог. Отлично, опять моя любименькая вот эта лесенка винтажная, отлично. Не, кстати, мне вот эти лесенки нравятся. Я уже за много лет научился, правда, на них достаточно хорошо пахуить. Яблоко! Я забрать могу их, нифига себе. Прикольно как-то. Просто мне даже вот эта технология нравится, то что вот как они это сделали. Да, и... Вот это сейчас было непонятно. Подождите, это что за... Подождите, это, мне кажется, какая-то подстава. Так. Есть! Все, есть. Так, там, если что, была рамка, я ее сломал в выживании, если что, я провиял. Если тут багера или нет, поэтому, ребята, не удивляйтесь. Так, и лесенка, отлично. Так, стрелочка нам указывает, что надо сюда прыгать. Отлично, отлично, вообще прекрасно. Люблю такое, блин. И... А, блин, я же оттуда припрыгнул, блин. Меня стрелка обманула, явно. Вот так вот. И потом, типа, вот так вот. И, типа, надо идти в противоположную сторону, на самом деле. А именно сюда. Меня, видите, стрелочка обманула, гребаная.
И у нас опять 1.17. Блин, ну реально, крутое обновление. Я уже все, я уже люблю его. Но сейчас уже выйдет и 1.18, который я уже буду записывать как летсплей, а не как стримы. Поэтому, ребята, ждите, ждите. А я продолжаю похуить, и мы должны сюда, сюда-сюда, должны на лазурит, и потом на редстоун, потом еще раз на лазурит. Итак, мы продолжаем, я немножечко отошел, и, в принципе, сейчас мы продолжаем. Окей, так, прыгаем сюда. Все, я, кажется, немножечко начинаю понимать, или не очень я понимаю. Наверное, по лестницам надо как-то вот так вот похуить, то есть вот так вот. Вот эта фигня, мне кажется, она будет мне только мешать. Почему-то. А хотя, подождите, может быть, она наоборот не мешает. Почему она должна мешать? Ну давайте попробуем. Типа я вот так вот забрался, и что мне это дает? Да мне, в принципе, это ничего не дает. Может быть, я не сюда должен прыгать. То есть оттуда мы пришли. Но я не понимаю просто, где проход еще находится, понимаете, вот в чем дело. То есть прыгну я сюда. Я не вижу ни кнопки никакой, то есть чтобы... Можно было, или подождите, нет кнопки, кнопки нету. То есть что-то должно быть такое, что откроет проход, но я же не вижу ничего такого. То есть мне куда идти? Может оно где-то здесь, может быть оно еще где-то. Вот это меня немножечко, знаете, напрягает. То есть я не понимаю, куда, какая цель. Короче, я понял, как этот уровень проходить. На самом деле все оказалось проще, чем я думал. Надо вот прыгнуть в эту дыру. Я честно извиняюсь, то, что я использовал, ну, читы в виде наблюдения, да, режим наблюдателя, и поэтому я сейчас понимаю, что мне нужно именно туда. На самом деле можно было и догадаться, но что-то я честно не подумал, что туда надо прыгать, я даже этого не замечал. И попробуем вот сюда прыгнуть, а потом вот сюда. Да, вот, все, нас просто телепортировало, но это было на самом деле для меня немножечко... Не это самое, ну, немножечко как бы открытием, потому что я думал, что надо найти просто проход. Ну, по сути, это и был проход, окей. У нас опять 1.17, блин, вот опять, не опять, а снова, да. Есть у нас вот эти вещи, Куда мне прыгать, я особо пока не понимаю. Можно вот так вот сделать, смотрите, опа, и ничего не получится. Тоже, в принципе, неплохо. Может быть, мне надо сюда прыгнуть сразу, и у меня это получается, на удивление. И мы идем вот сюда. Так, а куда нам надо? Тоже, как бы, хороший вопрос. А, все, мы пришли. Окей, вот она, вот он наш новый уровень. Окей, хорошо. Это у нас что? Это у нас какой-то гроб, это типа вот так закрыться и типа все. Ладно, я не буду так шутить, окей. Давайте сюда, и теперь... Хотя на самом деле это правда на кладбище какое-то похоже, поэтому я думаю, что все нормально. Я, кажется, догадался. Ага, так, куда теперь? На лесенку, это куда? Я туда приду только, то есть мне, в принципе, на лесенку идти смысла ноль. А может быть и не ноль, хотя, может быть, сюда? Тут у нас шалкер, который мешать будет. Сюда... Сюда, по-моему, я не допрыгну, потому что здесь выше, чем надо. Короче, я понял, вот. Слайм-блок, который я не замечал. И типа сюда можно запрыгнуть. Ну да, в принципе, это только вот эта лестница. Все понятно, все, как-то начинается какая-то цепочка в голове. Отлично, выстраивается, все. Есть. И опа, и типа опа, и типа ничего не получается. Но я понимаю, что так только и сделать. Есть. Так, подождите, это же полтора блока. Стоп. Ничего выше нет. Но это... Боже, я только сейчас догадался. Все, есть. А это что за херня? Я как на это запрыгнул? Вы с ума сошли, что ли? Так, вот это мне не нравится. Блин, неужели это надо... Это надо как-то сейчас вот так вот, типа... Блин, ну, капец. Короче, шансов ноль у меня. Блин, ну это прям жопа. Ну нахера вы его сюда поставили, блин? Это вообще хаткор какой-то. Да ладно! Вот это сейчас было четко, конечно. Это было четко. И у нас пошли облака. Прекрасно. Так, это у нас, походу, чекпоинт. Так, все. Че? Капли? Ладно. То есть я должен, получается, как-то вот сюда, а потом как-то вот туда куда-то. Я не понимаю пока что, что от меня хотят, если честно. Давайте попробуем. И у нас это почти получается. Давай. А как я прыгаю? Тут барьер.
Нифига себе. Я уже думал, это все типа смерть. Есть! Нет. Давай. Есть, есть, есть. Все, 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 отлично, четко, жестко. Так. Нет, оно не кончилось. Это я просто проверяю, потому что я боюсь, что оно кончится и уже будет по-другому все. Так. И теперь по-плавному надо как-то... Сюда я не запрыгну. То есть это лишнее, вот это лишнее. Хорошо. Значит, только сюда. Все. Офигеть, круглые рельсы, прикольно. Так, ну сюда, я так понимаю, мы залезть не можем. То есть тут у нас барьер. Так, значит, сюда. Сюда тоже нельзя. Все, я понимаю вроде, как это все работает. И теперь вот сюда каким-то образом, и все будет уже четко. Блин, ну это жестко, конечно, это жесткая карта, как бы. Я не скажу, что она прям супер сложная, но она все равно очень-очень интересная вот этим, то, что здесь новые блоки, например, те же, да, из новой версии, то есть это уже как бы что-то новенькое. Естественно, сюда залезть нельзя. А здесь мы уже, видимо... А, любой уровень можно выбрать. Так, подождите, мне вот это, кстати, не нравится, то, что любой можно выбрать. Мне как бы нужно как-то подумать, куда дальше-то, алло. Нет, подождите, а сюда меня не пускает. Я там что, был, что ли? Так, ну, значит, сюда. Нет, тоже сюда нельзя. Так, все, получается, это новый уровень. Раз я сюда упал, значит, это новый уровень, да. Да-да-да. Это, получается, новый уровень. Или не совсем. А, подождите, какой новый? Я назад пришел. Я же назад пришел, да? Пипец. Так, есть, есть, есть. Короче, все проще, чем кажется. Нет, что-то надо по-другому как-то делать. Может быть, надо не прыгать, надо просто как бы упасть и все. Но, по-моему, я так и делаю. Типа, ну что, вот так что ли? Ну нет. Так, ухожу туда. Блин, это, конечно, тоже вот, блин, сложно. Вот вроде ни о чем, но, блин, все равно... Нет, вот видите, не хочет. Короче, ребят, уже прошло 3000 секунд почти, и я, если честно, уже задолбался в эту дырку пытаться прыгнуть. Я честно не понимаю, как сюда запрыгнуть. То есть я вроде ничего сложного, но чего-то вот... Ладно бы здесь был какой-то слайм-блок, но чего-то вот я просто не могу. Вот я не знаю почему. Мне, я не знаю, что сейчас сделать, мне то ли считать, потому что, ну, правда, вот. То есть я просто врезаюсь в стену и все. Возможно, ну, я не знаю, что сделать просто. Давайте я сейчас сделаю вот таким вот образом. Я возьму вот так вот и типа креатив поставлю, да. Я так уже, если что, сделал тут пару раз. Я врать не буду, да, все честно как бы, да. Мне надо, чтобы не врезаться. То есть я делаю вот так, но тоже не получается. То есть я сейчас просто вот так вот пробую. Нет, ну, смотрите, видите, не выходит. То есть у меня не выходит. Как бы я ни старался, я проверил, барьеров там никаких нету. Что и логично, в принципе. Ну, то есть мне чего-то вот не хватает здесь. Ну, типа, ладно, да. В принципе, я думаю, вы меня простите, если я сейчас немножечко читерну. Потому что я, честно, я задолбался, блин, уже. Я реально, я пытался и так, и сяк, но что-то у меня никак не получается. Да, залетим сюда, и все, я больше ничего делать не буду. Вот сюда давайте. Типа я сюда попаду, и все. Больше я такого делать не буду. Ребят, правда, извиняюсь, потому что я уже замучился. И вот здесь, походу, то же самое. Та же хрень, блин. Да, ну вот, короче, блин, меня бесит вот это вот. Да что это такое, блин? Короче, тут надо, видимо, какую-то другую тактику. Вот типа вот такой вот, например, да? Ну и давайте вот этот будет у нас последний уровень. Опять этот снег. И на этом, в принципе, мы закончим сегодня серию. Потому что, в принципе, она вышла не маленькой. Так, давайте... Восстанавливайтесь. И опа, 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 и опа. И на тростник я запрыгнуть не могу. Что это такое, я не понимаю. Почему? Не спрашивайте. Так, куда ты упал уже, алло? Вставай уже, вставай, давай, вставай. Давай, есть. Так, так, та-на-на-на-на-на-на-на-на. На-н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 а. Есть. Все, я... Очень странные эмоции реально у меня. Так, отлично, у нас остались какие-то облака. Теперь сюда, и теперь вот типа вот сюда, и типа новый уровень, какой-то океан. Ну что ж, давайте на этом я буду заканчивать, потому что видео и так получилось, наверное, не маленьким, наверное, минут на 20-25.
Ну и в принципе давайте будем на этом реально уже заканчивать, да. Всем спасибо, мне, кстати, еще вот что интересно. Какая-то часть будет, то есть сколько вообще частей в этой карте будет, то есть эта часть понятно, что первая, да. Сколько, 3-4 части я буду проходить. Мне эти уровни нравятся, я думаю, что я пройду эту карту, буду стараться как можно чаще выпускать видео по этой карте. Ну и в принципе будем ждать обновления новое 1.18 30 ноября и будем в принципе тоже его записывать, точнее, ну я буду его записывать, да. Ну и ладно, в принципе на этом все, тут видимо просто по воде можно подняться каким-то образом, вот таким вот хитрым, прям вообще необычным, да. Видимо не все знают, что как бы можно плавать и как бы вот так вот все хитро сделать, а нет, тут барьеры какие-то, отлично, все я понял. То есть отсюда уже паркурить видимо надо каким-то другим образом. Всем спасибо, ребята, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.